Новое видео выходит каждый день в 20:00. Нет. А, мастер! Хуяры! Также этот снимки бомжик хочет добить к лету 20 приезжих подписчиков. Подзадал, гондон. Быстро в машину, дура. Окей, садимся. Я его что вам надо от меня? Какое население ютуба это нравится? Ты будешь моей. Колхоз, может быть. Помнишь недавнее обновление на Advance Roleplay? Ну так вот, вчера Малфой, а если быть точнее хуесос, этого если что нету в дайджесте, это вот чисто я от себя иногда вот бывает добавляю, ну вы это узнаете по интонации, записал видеоролик с обзором обновлений и объявил о конкурсе. Победителем конкурса станет тот игрок, что максимально оригинально затюнингует свою тачку. Ну и итоги творения подписчиков Малфоя ты видишь выше, а на видеоролике это где-то, посередине, наверное. Среди них есть как интересные работы, так и абсолютно абсурдные. Да что там, посмотри на машину Малфоя, хуесоса. После такого вовсе пропадают надежды на адекватную игру. Тут уже не знаешь, кого винить, разработчиков или игроков. В любом случае, это весело. Нет, это дико стыдно и дико непонятно и абсолютно неприятно. Малфою, кстати, понравилась его машина. Еще бы не понравилось. Ему, там такие деньги этот Advance Roleplay платит, что, я даже, не могу представить, сколько ему там платят, но уверен, что очень много. ГХВ Project. Разработчики проекта готовят нечто грандиозное. Часть комментирующих метят на перезапуск. В общем, ждем. И сейчас вы тут можете видеть скриншот типа GHV Project там и многое другое. Скорее всего, будет перезапуск. Не знаю. Diamond Roleplay или Diamond RP или Brilliant Roleplay. Не знаю. Хорошие новости. По словам представителей проекта, релиз PUBG совсем скоро. PUBG, серьезно, в сампе. PUBG, сейчас, 2019 год, Какое сегодня июля, сегодня уже больше 10 июля, чтобы вы понимали. А когда я выложу этот ролик, вообще непонятно, чтобы вы понимали. Да, у меня вот именно столько делаются эти все видеоролики, именно столько они все записываются и многое другое. Мне вообще кажется странным, что PUBG включили в список июньских обновлений, в то время, может, июльских. В то время как он выходит с таким отрывом. Теперь все понятно. И еще одна новость. В лаунчере Diamond Roleplay будет два версии модпака. Две версии модпака. Одна из них сделана в низком качестве. Неважно, я уже придираюсь. LQ. Другая в высоком HD. Притом все модели будут идентичными, отличие только в качестве. Решение о создании двух модпаков было принято, как это бывает, из желания угодить всем. Разумеется, Diamond Roleplay это проект, мне кажется, для всех, не только там для каких-нибудь женщин, или не только для каких-нибудь там, мужчин, а вот именно для всех. Ревент Roleplay. На Ривенте сделали акцию для старичков, для пожилых, так сказать, боровых, это от себя, если кто не понял, я добавляю, которая ориентирована на игроков с даты регистрации до 2019 года. С 5 по 7 число игрокам предлагают отыграть 6 часов за день хотя бы раз. За это они получат VIP-статус на 10 суток, повышенное здоровье на 14 суток и шанс выиграть один из двух VIP-машин. Или одну из двух VIP-машин, Тут написано один из двух VIP-машин. Тогда один из двух VIP-автомобилей, Я опять-таки придираюсь. Лично меня такие условия вообще не подогревают вновь зайти на проект. И меня, кстати, тоже. У меня тоже аккаунт до 2019 года зарегистрирован. Неважно. Очевидно, руководство после прихода Вертеича вошло во вкус и решило еще чуть-чуть повысить онлайн. Почему бы и нет? В самом деле, почему бы и нет, если есть возможность, я считаю, что и хоть как нужно пользоваться. Без вариантов, как мне кажется, тут. Modeless Playground, ваш, кстати, любимый. Вчера также писали, что на Modeless Playground ищут руководителя. Сообщаю, уже нашли. Им стал Сергей Акатов, основатель Last Day on Samp. Странное название, Также он успел поработать на Surf Zone и Gambit Roleplay. Вторым я бы, в принципе, не стал гордиться, Впрочем, поздравляю его, впереди много работы. И вы знаете, на этом весь наш сегодняшний Samp Digest, наш сегодняшний Samp News закончен. Покупайте дизайн в моей студии дизайна, логотипы по дешевке, да и многое-многое другое. В общем, я думаю, что на этом можно уже и закончить Samp News, потому что логотипы
логично, новости-то, блядь, закончились. Да и не только, в принципе, новости вообще, в принципе, все закончилось. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока, ждите новые Sump News.